Добрый вечер, друзья. Вот мои красавчики. Покормил уже. Сейчас я кое-что им другое буду давать. Покушают, поклюют, вернее. Вот они. Вот мои красавчики. Вот. Тут есть и взрослые, и более молодые, и еще моложе. Вот пескучек. Вот вышел лохматый. Вышел лохматый красавчик. Это из под моих перых. И из-под привозных. Вот последние были. Вот такой вышел. Я показывал, конечно, вот одна гнездка. Вот, вот, вот. Вот, да, вот так красавчик. Вот. А это вот взрослый голубь. Вон взрослый голубь. Вон взрослый. Это тоже вот сейчас покажу. Тоже из-под привозных. Вот скидывал я ролик. Вот тоже взрослая голубка. Вот, 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 вот. Вот такая красавица. Голубка, по-моему. Вот такая вот многоперая. Сейчас мы им дадим яблоко и морковка. И посмотрите, как они сейчас будут уплетать. Смотрите, смотрите, смотрят уже, смотрите. Любят. Вот в чистом виде ему давать. Вот, посмотрите, в линьку уже идет. Сейчас немножко некоторые некрасивые. Пока, друзья, аккуратно приучаю. Немножко напугал. Давай, давай. Ай, красавчики. Ай, красавчики. Ай, красавчики. Эй, красавчик. Красавчик, красавчик. Вон остались взрослые более. И вот смотрите, в чистом виде. Обожают. Сладкое яблоко. И морковка. Это очень полезно, друзья. Просто вот. На веб-са присылали ребята, говорит, покажи им голубятни. Конечно, тех я не показываю, кто за этой стенкой. И вот, думал, сейчас буду кормить овощами и покажу. Посмотрите, как они улетают, посмотрите. Обожают. Очень полезно, друзья. Вот я как-то рассказывал, в зерновых, друзья, витамина А нету, а в яблоках есть. Очень редко встречается. Вот, вот особенно в осеннее время вот желательно их кормить яблоками. Вот смотрите, сейчас все сметут. Это против оспы. Витамин А. Вот даже было в средние века. Цинга болезнь, если вы слышали. И вот моряки уходили в плавание. И заболевали. И это было для них летально. В общем. А чего не хватало? Элементарно. Витамина С. И вот они апельсинами запасались. И плыли, и ели. И все было хорошо, все четко. А вроде такая болезнь. А не хватало элементарно витамина С. Вот поэтому и так и получалось. Вот красавчики, все поели, все смели, все, ничего не осталось.
еще не обсилась. Сейчас еще покажу, как они уплетают в чистом виде. Принесу этот орегано, тимьян, шалфей. Сейчас насыплю и посмотрите в чистом виде. Обожают ее. Я не знаю, с чем это связано, но обожают. Тоже очень полезная трава. Хотя показывал, но думаю, походу еще покажу. Просто некоторые там пишут: ой, они у тебя с кормом едят только. С кормом. А ну попробуй без корма дай. Это голодными их держишь, поэтому, друзья, я их голодными не держу. Это уже, не знаю, кто-то видел мои ролики, давно смотрит, всегда так кормлю, чтоб немножко полуголодные были. Сейчас, пока на паузу. Ну и вот, принес сейчас им вот тут базилик, орегано, шалфей, тимьян. Вот смотрите, сейчас в чистом виде. Вот видите, в чистом виде. Сейчас посмотрим. Смотрите. Обожаю их. Обожаю прям. Это очень полезно, друзья, очень. Паразиты, вот шалфей даже от сальмы помогает. Можете почитать на эту тему. Вот. Уплетают. Там. Вот, смотрите. Я не знаю, но они любят. Я не видел, чтобы так любили. Конечно, запахи там обалденные. А те гудят. А те гудят, мои львы. Ну что, ничего. Еще потерпим. Немножко полегче станет, хотя круглый год атакует. Вот, уплетает, смотрите. Полегче немножко станет и погоняем. Но сами видели, друзья, как-нибудь сделаю эксперимент вот этих двоих. Не подумайте, я их на смерть поднимаю, но везунчики, я не знаю, везунчики вот этого голубя. И посмотрим, проведем эксперимент такой, посмотрим. И вон он, голубочка. Выпущу и посмотрим, за сколько секунд. Ну, они более опытные. Более опытные. За сколько секунд прилетит сапсан. Как-нибудь. Конечно, не ругайте меня за это. Просто я хочу показать, чтобы вы поняли, за сколько времени прилетает и атакует. Ну и вот, друзья, вот. Сметают. Вот такие вот, друзья, дела. Еще раз там в комментариях пишут, прививаешь, еще что-то. Друзья, я не прививаю вообще. Вообще не прививаю. Все натуральное. Все натуральное. Только натуральное. И уход. Уход, конечно. А не так, просто корм насыпал, воды дал и ушел. Это живое существо, за ней надо ухаживать. Конечно, да, время уходит на них, но зато классно. Зато классно. Ладно, друзья, всех благ вам, удачи. Пищат. Всех благ вам, всего-всего вам хорошего. Покажем, друзья. Не то, что говорю, каждый раз покажем, но покажем, все покажем. Прошлый год немножко неудачный был, по 2, по 3 гонял. Ну, в этом году хорошую стаю сделаю, погоняю, покажу. Дай бог
что все так было, как мы рассчитываем. Удачи вам, здоровья вам, вашей птичке. Всех благ.